день, трейдеры. Подошла к концу очередная торговая неделя. Давайте подведем итоги наших конкурсов Дукоскопии. С вами я, Луис Макколи. В эфире очередной выпуск программы «Звезды комьюнити». Представляем вашему вниманию итоги конкурса «Стратегия». На первом месте наш трейдер под никнеймом Девка из Словакии. Он присоединился к нашему конкурсу «Стратегия» только в сентябре прошлого года. Это его первая победа. Он сказал, что его стратегия успешно сработала с валютной парой евро-доллар. Он использовал только один индикатор. Позиции открываются через одну минуту после 8 часов по Гринвичу. Благодаря своей стратегии он оценивает ситуацию и дает прогноз на ближайшие 2 часа. Если условия не совсем благоприятны для открытых позиций, он их закрывает и открывает противоположные позиции. Поговорим теперь о конкурсе трейдера. Наш текущий лидер-трейдер Озбокс из Испании. Он провел успешную торговую сделку по курсу пары евро-новозеландский доллар. Позиция была открыта в отметке 1.5350 и закрыта в отметке 1.5148. Его торговая прибыль составила 203 пункта. Перейдем к нашему следующему лидеру. Это девушка, трейдер из Албании под никнеймом Эриалда. Одной из ее самых успешных торговых сделок стала сделка по курсу пары фунт-доллар. Ее прибыль составила 261 пункт. Эриалда считает себя свинг-трейдером. Ее цель – стать лучшим трейдером в конкурсе «Трейдер месяца». Пока что ей не удалось это реализовать, но если она будет продолжать в том же духе, возможно, именно этот месяц станет для нее самым успешным. Трейдер FR33M4N из Нигерии написал в своем блоге, что в торговле он использует открытую диаграмму. Это означает, что трейдер принимает торговое решение, основываясь на том, как ведет себя цена на свободном графике. Данная статья очень интересна. В ней представлено много графиков. Более подробно вы можете об этом почитать, зайдя в раздел «Конкурс. Статья». Ну, напоследок поговорим о нашем конкурсе «Мисс Дукоскопи». В данный момент лидирует участница из Белоруссии под никнеймом «Ангел Уэльса». В своем последнем задании она поделилась с нами 5 своими модными советами. Первый совет – это соблюдать хорошую осанку. Второй – быть уверенной в себе. И третий – всегда носить в своей сумочке стильные очки и перчатки. Вы можете использовать их в том случае, если у вас не было времени на макияж и маникюр. Спасибо вам, Ангел Уэльса. Я обязательно воспользуюсь вашими советами. На сегодня все. В следующую пятницу мы представим вашему вниманию наши другие новости Дукоскопи сообщества. Хорошего вам торгового дня и хороших выходных. До свидания.